история. Да? Остановку хотела. Остановки хорошие, да? Угу. Чисто в Алексеевке. Природа тут хорошая. Алексеевка, Акужи. Аккуль. Таптаза. Чистенькая. Молодцы, Акульские. Была когда-то здесь в детстве. Так интересно. После города попадаешь такой и вот радуешься. Такой какой-то, как будто в то время, что ли. Большой, да, Акуль? Мороженое везде, как читавское, вкусное же мороженое. Да, здесь раньше были все в сопках, в моем детстве, но зимой снега тут, ого-го. Вообще этот городок практически в лесу ведь находится. Здесь просто вырубили. Аблай Орман Болганой. Вот сейчас, да, деревня. Ну, считается, это районный центр же. Все равно все есть. Не как раньше. А, коттеджи очень хорошие. А что, природа чистая. Воздух какой. Ну это издевательство, 40 километров. Ну а что делать? Везде одинаковые остановочки с цветами. Вот торговый дом какой-то, Салем. Красиво прям. Молодцы. Аким молодец, видать. Ну, содержит чистенько очень. Городок, да, Рахиля? Ну, пути. Ну? Ну, конечно, природа. Природа. Орман, да хорош? Ох, ох. Алексей, когда не ялы. Балалар, мен на жахка кошлен. Ну, я бы жила бы. Смотрите, как красиво. Смотрите, арена своя есть, футбольная. Что надо, танк даже есть. Вон, смотрите, как. В лесу, ведь они живут в лесу. Вот никуда не нужно, правда? Она уже телеватор что-то рахили. Даже есть вот агапамятник. Ой, как хорошо. А зрем на Улуганул вылинил. Вот, как красиво. Я сейчас скажу, дом, который мне нравится. С этой стороны такой, он прям на склоне такой, да? Стоит. Да. Что написано? Это железная база. Шарзон, да. А, вот он, вот этот он, вот на склоне стоит. А, вот этот, вот продам этот, который? Да. Он давно уже продается. Мечеть. Дорого просит, наверное. И спускаешься, красота. И в лес. Боровой гатага айнал в барамызбасан, да? Или осы жолмен кете берем? Нет, на трассу. Очень-очень большой. Зона отдыха, наверное, какие-то. Итак, приехали. Остановились. Решили остановку сделать. На каждой остановке кемпинг. Есть такие кафешечки и уборная.
конечно же, такая красота. И вот такая вот красота в виде леса. Угу. Садись, осено термадом. Да ладно, поехали уже в паровое тогда, а потом уже. Чем вам не Швейцария, чем вам не какие-то другие, да, государства? Очень красиво. Заезд прям. Турабай Туради. Ну, Тура, ключи, доктор, да. Я не Мори. Я не Мори. Чё так? Я на море. Казар в море. Байха пешеход. Тяжело с кнунькой, да? Вот в море. Ибрагим. Вон море. Ибрагим, рыбу, да, большую, Тамерлан? Она хочет купаться и поймать. Налево, на 5 свой. Сейчас там, да, мы уйдем туда, так левее. Верблюды, караван. Наконец-то. Только там были на трассе были. А, интересно. Ибрагим? Он такой голодный. Аж. Савап-то вилка на мене. Холуном. О, холун же дома. Че да че? Заказали, сейчас пообедаем, да, дети? Покушаем и пойдем покупаемся, погуляем, походим. И Салма, самый голодный мальчик, да? Что у меня вообще? Аис гнездо свил. Пока ехали, что-то приключилось с моей головой. О, у тебя футболка под цвет, что ли? Под интерьер ты подходишь, Мурат. Ага. Ага, сколько? Ну да, вы-то уже накупались в бассейне. И рыбачи. А удочка есть у тебя? На жопку свою. Купишь? Ой, ужас. Там положить, что ли? Салат. Зисендерма? Саландеру зерн. Знаете, он быстренько делает очень. А? Почему аппетита нет? Надо немножко все равно кушать. Да. А почему нанжур пекин? Тарелка нас. Нет, подожди. Тамерла. Ложкой же ложи аккуратно. Сал хасхпет. Ниге нанжур, но батон. Сал перша на. Он засалдывает. Салат будешь кушать? Шкиня салму, раскопь салма. Рахиль, что не тебя не сделают? Асполсон, приятного аппетита. Бля, знаете, где мы? Вон на катамаране или на лодке.
Сейчас. Вот общика там оранжевый. Вот этот. Куда ты пошел? Положи пока здесь, не надо. Оставьте пока здесь вот это. Зачем? Полезем, покатаемся на лодке. Ну ладно, Джа, ценно. Не надо нести, ничего ценного нету. Че? Не надо, Мура, никуда ходить. Оставим здесь и все. Сейчас поедем на лодке. Вон она будет. Я хочу не лайк. Сейчас. Плавать под водой. Вон какая лодка, видишь? Какая гора красивая. Пойдем посмотрим, там держ. Верблюд. Будешь, Томик? Да. Эй, куда ушел? Боишься? Досы молчишь, досы молчишь. А? На кого? На кого? Мадину. Ага, вот кутну за физрик. Я. Вон я люблю Бурабай написано. Салхындап кетті, да? Дала. Хотя барасындар сендер. Туда вон? Да. Че, не ходите фото? Будь фото там. Манжарым. Манжарым, а. Манжарым ба? Да, я Ана, отырғыз ана кім. Че, Ибруша, поехал, да? Да, Ибрагим? На лошадке, да? Ой! Шаршап жүрім налар, беше налар. Не хочет идти она. Томи! Катается. Давай? А че? Прохладно, но ладно. Решили все же, раз приехали, искупаться. Хоть и прохладненько. Нет, коралл, вот эти одевай. Как они называются? Коралки, коралловики. Как? Для... Ой, ну красота, конечно. Что говорить, песочек. Ох, бы жаркую погодку, да? Ну-ка, распогодься, давай, погода. Вот, солнышко, давай, распогодься. Осторожно, осторожно. Далеко не уходи. Один герой у нас есть. Один герой. Я сейчас согреюсь. Да, вот гамак, вон можно полежать. Беседка нам можно блюги, да? Ханшаданаке. Вода оказалась супер-супер теплой. Даже малыши купаются. Идите в туалет, идите. Вода просто супер. Сейчас с дельфином попробуем. Хоть и ветер, ну лето, июль есть июль. Хоть и ветер такой прохладный, кажется, но вода нереально теплая. Все же платный пляж хорошо. Никого нету. Все чистенько. Значит, такие беседочки, лежаки. Все как положено. Детская игровая, гамак. Классно. Давайте на катамаране. Вода теплая, парное молоко. Классно. Балану стандар, рахилябар. Ага. Классно. Давайте остановитесь, я фото сделаю. Бисмилляхи, давайте. Туда, да, а то мелководье. А мы сейчас купаться будем с Тамерланом. Вода теплая, солнце светит. Ой, красота. А там дальше, ну-ка. Люди отдыхают. Катамараны.
Давай. Ну, красота. Что говорить. Лучше, конечно, на платной пляж идти. Никого нету, зато спокойно плаваешь. Очень хорошо в бассейне. Горло хрипло. Осторожно, Тамерлан. Смотрите, снимаешь. Давай. Сейчас. Хороша она была. Ты вот здесь плавать, чтобы... Надела куртку, уже сижу.